Соревнования среди боксеров города Бишкек ежегодно организуются в честь Аделькана Бекболотова, заслуженного деятеля физической культуры и спорта Кыргызской республики, внесшего значительный вклад в развитие боксерской отрасли и подготовку спортсменов-чемпионов. В этом году чемпионат проводился среди подростков 2010-2011 годов. Мероприятие, посвященное памяти Аделькана Бекболотова, уже на протяжении более 3 лет проводится на высшем уровне. Хотел бы, это все как бы делается для развития бокса, для развития спорта, для мотивации молодежи. И со стороны Федерации города Бишкек, мэрии города Бишкек, на постоянной основе мы как бы проводим данные первенства. Это вот среди младших юношей. До этого проводили среди юношей, среди молодежи. Я хотел бы отметить, что сборная команды города Бишкек на чемпионатах Кыргызской республики, мы всегда занимаем лидирующие места. На этот раз первенство города по боксу прошло на базе спортивного оздоровительного комплекса «Газпром-Дети». В соревнованиях приняли участие 124 спортсмена из разных клубов Бишкека в 14 весовых категориях. Бокс мен 4 жылга чыгам. Агай Медер Мамакеев. 2 жолу город туткам, Кыргыз. Город Бишкек туткам 2 жолу. Кыргызстан финалга чыккам. Бунусунда чемпион болом Кыргызстан. Уже 4 раз выигрываю город, становится призером республики. На открытом международном турнире в Алмате становился 2-м. Дали приз за лучшую технику. Сегодняшний турнир понравился. Соперники все были сильные, хорошие, техничные. По итогам проведенного турнира боксеры, занявшие 1-е место, получат путевку для участия в чемпионате Кыргызской республики по боксу. Таким образом, каждый спортсмен смог показать свое мастерство в этом соревновании. Это именно идет, я как до этого сказал, это отборочный для формирования сборной команды города Бишкек на чемпионат республики, который состоится в конце июня этого года. Это ежегодный турнир, он постоянно проводится именно в рамках вот этого чемпионата республики, чтобы формировать сборную команды города Бишкек на чемпионат республики. Я еще раз повторюсь, это 4-й раз мы уже проводим в этом году, на следующий год, надеюсь, проведем юбилейный, мини-юбилейный турнир, да, и надеюсь, что этот турнир мы даже уверен, что мы выведем его, как бы поднимем. Статус этого турнира есть в планах его поднять до международного. Отметим, что в мероприятии приняли участие спортивные деятели, ветераны, руководители федерации, известные спортсмены, представители государственных учреждений и любители спорта. Они почтили память заслуженного тренера Кыргызстана Аделькана Бекболотова и его работу. Этот турнир проходит не первый год. Проходит он при поддержке горком спорта Бишкека и фонд развития бокса. Я очень рада, я горда тем, что я была знакома с Аделканом Бекболотовым. Он один из первых получил награду лучшего тренера на нашем проекте Sports Awards, церемония награждения лучших спортсменов года. Он был очень чуткий, профессиональный, человечный и огромной доброй души человек. Воспитал немало спортсменов, борцов, которые поднимали флаг на мировой арене, как Дмитрий Биваль, это тоже его ученик, как Азат Усиналиев. Мы ими гордимся. Они прославляют Кыргызстан. Память Аделькана Бекболотова всегда будет жить, пока живут его ученики, его дети. Соревнования прошли на должном уровне. Претензий и замечаний к членам жюри не было. Медицинскую помощь оказывали 2 врача из Дюшор. Травм во время соревнований не было. Основная цель чемпионата – развитие бокса в Кыргызстане, привлечение молодежи к здоровому образу жизни и подготовка спортсменов. Айслу Мурзакова, Самаган Тайрбеков, УТРК Чуй, город Бишкек.